привет, уже 9 декабря, воскресенье, 20.00 в Москве, вру, 20.07, немножко задержался, прошу простить прощения. Начать хотелось вот с чего. Буквально вот сегодня перед эфиром сейчас ходил в магазин. Периодически люблю очень вот этот вот напиток. Вот он называется «Березовый сок». Это не реклама, объясню, для чего я сейчас вам это показываю, рассказываю. Постоянно, периодически его покупаю, причем покупаю в разных магазинах. И все время вот примерно в такой вот таре, я не знаю, что это бутылка, банка, что, ну какая-то, в общем, емкость. Вот, и что самое интересное, уже не в первый раз обращаю внимание, что где бы я этот самый березовый сок не купил, на нем всегда написано «Производство Республика Беларусь». Вот, блин, ребят, у нас песни поют, от чего так в России березы шумят и бла-бла-бла, мы восхваляем наши русские березки. Сока, блин, березового произвести не можем, закупаем в Республике Беларусь, которую еще успеваем хаять так вот между делом. При этом мы рассказываем о каких-то, о каком-то импортозамещении совершенно сумасшедшем. Еще хрен знает о чем, ребят. Ну, я все могу понять, это там сезон каких-нибудь, не знаю чего, картошки, сезон каких-нибудь... грибов, да, может быть, неудачно. Ну, слушайте, ну с березовым соком-то что случилось? Почему его нельзя произвести в нашей родной стране? Что не так? Тем более, что мы постоянно жалуемся, что у нас сельское население сидит совершенно без работы, там, без денег, люди не знают, куда себя применить, поэтому спивают, что мы сока не можем березового добыть. Я немножечко в шоке. Это воскресный вечер без Владимира Соловьева. Предлагаю провести его вместе. Поехали. Ну и начать предлагаю вот с чего. Начать уже такая тоже, наверное, постоянная будет рубрика. Я ее называю «Невеселые приколы», скажем так. Ну, я так ее про себя называю. Ну, может быть, у кого-то возникнет какие-то предложения. Пожалуйста, присылайте свои какие-то рекомендации. А речь вот о чем. Буквально вчера, в очередной раз, я полез куда-то там в Яндекс. Надо было мне там уточнить кое-какой адрес, собственно, за этим я туда и полез. Но у меня профессиональная болезнь, даже когда я зачем-то целенаправленно захожу в интернет, я обязательно барсук, здравствуй, дорогой барсук, прочитаю сейчас, что написал. Собственно, полез в интернет, и я, когда лезу, я все равно так или иначе, ну, болезнь у меня такая профессиональная, я читаю последние новости, и, ребят, вы уржетесь, какую новость я... нашел вчера, вот случайно зашел и увидел ее, вот она, прошу обратить на это особое внимание, значит, топ федеральных новостей, топ Яндекса, я ее специально обвел красненьким, таким вот карандашиком, красным цветом обвел, чтобы вы могли прочитать, прям в топе Яндекса болталась вот эта вот новость, на «Россия-1» вышел сюжет с участием предполагаемой дочери Путина, твою мать! Слушайте, мне одному показалось, или, может быть, там просто забыли дописать фразу «Ура, товарищи!». Ну, что за бред сумасшедшего, ребят? В топе новостей появляется вот такая вот новость. Я ничего... Это действительно кому-то очень важно. Вот эту вот новость, когда человек узнал, ему стало легче дышаться. Я даже представляю себе, я говорю всегда, в такие моменты жителя там Хабаровского края, вон Барсука того же, да, жителя Свердловской области, жителя Подмосковья, жителя Ставрополя, кого-то еще, который, твою ж ты жизнь, показали на «России-1» по телевизору дочь Путина. Причем, ребят, я могу, для того, чтобы мне, например, попасть, да, в федеральные новости, я не знаю, какой мне подвиг надо совершить. Я просто даже не представляю, что мне нужно сделать. Мне нужно сделать либо что-то такое архиважное, выходящее за рамки вот привычного, да, либо, я не знаю, какое-то открытие совершить, ну, либо где-нибудь так вот по-крупному влететь, вляпаться, только тогда, может быть, и то может быть, я попаду в топ, повторюсь, федеральных новостей, а тут главный информационный портал России. А как бы мы хотели этого или не хотели, но все-таки Яндекс в России пользуется большей популярностью, нежели Google. Поэтому объективно, наверное, можно говорить, что это действительно
самый популярный, наверное, самый главный информационный портал России, что он пишет, да? Что эти люди пишут, что на этом портале, в топе, повторюсь, федеральном, покажу еще раз, потому что, если кто не знает, топов их два. Есть федеральный, вот в данный момент вы видите на скриншоте именно федеральный топ. Он всегда стоит по умолчанию у всех пользователей вот этого вот портала Яндекса. Есть вот здесь вот в сторонке, в данном случае, ну, справа, везде у всех. Есть еще региональный топ, куда попасть гораздо проще. Ну, вот у меня в данном случае Москва, но у тех, кто живет там, находится сейчас где-то в Омске, у него будет там регион Омская область. Тот, кто находится в Екатеринбурге, у него будет там регион Свердловская область. Тот, кто находится там в Ставрополе, у него будет регион Ставропольский край, и тут федеральный топ попадает, вот эта вот новость. Я все понимаю, кому-то очень захотелось лизнуть. А, кстати, да, поясню, в чем отличие. Разницы попадания в топ, в соцсетях и попадания в топ на Яндексе. В соцсетях, и я думаю, сейчас даже какой-нибудь фашистик проснется, обязательно нам об этом напишут, что ну а что людям расстраиваться, люди интересуются, вот она и попала, эта новость, туда. Это так не работает. Это в соцсетях, в том числе в Ютьюбе, да, попадание в топы напрямую связано с количеством кликов на ту или иную, на тот или иной пост, на ту или иную публикацию. Чем больше кликов, чем больше просмотров этой публикации, тем больше вероятностью, что она окажется в топе. В Яндексе не так. Там напрямую связано, да, вот попадание в топ с количеством публикации вот этой новости в средствах массовой информации. Для того, чтобы она попала в топ Яндекса, надо, чтобы ее опубликовали, федеральный, повторюсь, надо, чтобы ее опубликовали как минимум десятка 3-4 информационных агентств, то есть 30-40 информационных агентств должны об этом написать. И тогда это, ну, причем серьезных агентств, не какие-то там рога и копыта, а какие-то более-менее серьезные известные издания, зарегистрированные как СМИ, после этого вот такая новость попадает в топы. Ребят, по-другому, как чемпионат мира по лизанию России по лизанию, я не могу это назвать, потому что с чем попал? Просто дочь Путина сняли по телевизору, показали, и это должна обсуждать вся Россия. Вам не кажется, что это уже каким-то сектантством попахивает? Это уже у нормального человека в голове такое не может уложиться. Потому что нормальный человек, он себя уважает. В топ Яндекса я бы мог понять. Вообще в топ новостей федеральных, да просто федеральные новости. Вот эта женщина могла бы попасть, ну, если бы она, например, продала там один из своих замков, который, конечно же, на который, конечно же, она заработала сама, или который ей там достался, естественно, от мужа, не от кого другого по наследству. Вот продала бы она свой замок и, например, отдала бы вот эти вот вырученные деньги, несколько там миллионов евро, в помощь какому-нибудь хоспису. Вот тут, наверное, это было бы как-то оправдано. Или случилась бы какая-то трагедия, как в свое время с принцессой Дианой, все-таки отпрыск известного человека в мировом масштабе. Вот тут я бы понял, что мы видим в новостях. Девица дала интервью каналу «Россия-1». И об этом пишут все российские СМИ. Ребят, ну, это дурной сон какой-то, ладно. Переходим дальше. Радостное у меня для вас сообщение. Не знаю, насколько радостное. Я давно обещал, что я это сделаю. И вот, наконец, я это сделал. Некий такой сюрприз. Вот сейчас на своих экранах внизу вы можете видеть номер телефона. Это телефон прямого эфира. 906-813-4561. Прямо во время прямого эфира вы, собственно, можете дозвониться по этому телефону к нам сюда. Вот, при желании, может быть, для того, чтобы высказаться, может быть, для того, чтобы, я не знаю, может быть, там поспорить со мной по какому-то поводу, для того, чтобы, может, задать или ответить на какой-то вопрос, я говорю еще раз, подискутировать и так далее, ради бога, пожалуйста, дозванивайтесь, звонок. Ну, звонок, в принципе, совершенно бесплатный, это только вы оплачиваете услуги оператора, вашего оператора связи. И мы продолжаем. Сегодня я бы, наверное, как и многие мои коллеги, хотел еще в том числе обсудить выступление нашего замечательного премьера Димона, которое состоялось не далее, как пару дней назад. В четверг, по-моему, он давал большое интервью 5 крупнейшим российским пропагандистам, последовав примеру, который некогда...
однажды, да, затеял всю эту историю Владимир Владимирович, ну, премьер, за ним обезьяничает постоянно. И, собственно, давай, вот я тоже послушал, естественно, потому что в силу своей профессии я не могу такие вещи не слушать. И у меня, ну, вы знаете, я еще несколько раз буду возвращаться к этому в течение следующей недели обсуждать. А сегодня я бы предложил топ-3 таких вот самых глупых, наверное, наиболее бестолковых изречений нашего Димона послушать и попытаться их разобрать. Ну и для начала... Третье место нашего парада абсурда. Внимание на экран. Но вот когда президент ставил задачи, он говорил, нам нужен прорыв. Нам нужен прорыв. Посчитали стоимость прорыва 8 триллионов. Даже не хочется думать, сколько это нулей. Дмитрий Анатольевич, а деньги вы в результате нашли? Потому что, говорили, будем искать. Нашли ли и где искали? Да, деньги, конечно, нашли. Я сейчас насчет больших этих денег тоже несколько слов скажу. 8 триллионов действительно было необходимо аккумулировать для того, чтобы выполнять национальные цели развития, вытекающие из указа президента от 7 мая 2018 года. Но помимо этих 8 триллионов, мы с вами понимаем, что жизнь все равно продолжается. Есть обычные стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты. Их же никто не отменял. Стандартные триллионы. Стандартные триллионы, совершенно верно. Значит, более того, вот эти 8 триллионов рублей – это еще не все расходы. До 2024 года, если мы посмотрим еще на расходы, которые связаны с функционированием, развитием, модернизацией инфраструктуры, а также расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, вместе с теми расходами, которые мы планируем, значит, понести в результате аккумуляции внебюджетных источников, все это составит 23 триллиона рублей. Это огромные цифры. О, как, ребят, поняли, да, что вам только что сказали? Кстати, кто-то звонил во время вот этого вот, когда я запускал вот этот вот видеоролик. Ребят, вы старайтесь не звонить во время вот таких вот, потому что я не могу прервать просто видео, начать отвечать на телефонный звонок. Давайте это как-то будем делать в момент, когда я вам ничего не показываю. Вот, ну, в общем, слышали, почему топ-3 парада абсурда, если мы вернемся на несколько месяцев назад, точнее, на 3 почти с половиной месяца. Я помню прекрасно, думаю, как и все вы, когда любимый всеми нами вождь, да, 29 августа обращался к нации, что он тогда сказал? Он сказал, друзья, когда у нас, ну, он объявил, зачем, собственно, с какой целью у нас украли 5 лет жизни у каждого из нас, с какой целью у нас пытаются украсть нашей пенсии, он объяснил, ребят, нам надо 8 триллионов денег, чтобы худо-бедно свести концы с концами, вот именно поэтому мы крадем у вас сегодня 5 лет жизни, именно поэтому, скорее всего, кто-то из вас не доживет до пенсии, но вот надо спасать нашу замечательную страну, отобрали, украли. Прошло 3 почти с половиной месяца, реформа проведена, и сегодня мы слышим премьера Димона, который нам рассказывает, что он не только... Сейчас отвечу, повисите на трубке, что он не только, значит, 8 триллионов не нашли, а еще надо, там 22, по-моему, триллиона, он сказал. Ребят, я даже боюсь представить, какие ждут нас реформы в дальнейшем. Если для того, чтобы найти 8 триллионов, потребовалось... украсть у нас 5 лет жизни, потребовалось украсть наши пенсии, да, у кого-то, кого-то лишить вот этих самых пенсий, блин, ребят, я не представляю, какие реформы нас ждут тогда в дальнейшем, видимо, следующим будет то, что отменят зарплату целиком и полностью кому-то, потом, видимо, дойдет до чего-то вроде, знаете, вот когда воздушный какой-то объект в воздухе летает, и он начинает снижаться. Да, ну, в частности, про воздушные шары, я думаю, многие из вас там в кино где-то это видели и так далее. Это называется выбросить балласт. Ну, видимо, вот начнут выбрасывать как балласт. У нас звонок. Добрый день, привет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы, по какому поводу звоните? Меня зовут Амир, я с Нижнего Новгорода. Смотрю в данный момент ваш эфир, прямой эфир точнее. Замечательно. Алло? Замечательно. У вас есть что сказать? Какой-то, может, вопрос или, может быть,
какое-то возражение, что-то еще, уже не просто так позвонили, просто проверить, работает ли. Да, Сергей, если не ошибаюсь, да, вас? Александр меня с утра звали, ну ладно, Сергей. Извините, я давно как бы слежу за вашим каналом, смотрю ваше видео. Так вот, вопрос такой, чтобы вас долго не задерживать. Вы постоянно обозреваете политические проблемы, проблемы в стране, ошибки как бы чиновников и так далее, и так далее. Я бы хотел задать вот такой вопрос. Вот люди, именно вы, как бы политические направления, у вас канал и остальные блогеры в этом же направлении, почему не предлагаете людям саморазвитию? Только обозреваете проблемы. Ну вот как мы поняли, что из давнишней ситуации, что как бы ничего не решается, по сути, с рассказом вот этим. Почему бы не предложить людям... Ну, я вас понял, я вас услышал. Как бы спасибо вам большое, сейчас попытаюсь ответить. Там дело в том, что не только вот этот вот вопрос, да, не только вот этот человек задает такой вопрос, периодически я их читаю, и вот где-то здесь даже есть вот такой вот замечательный комментарий. Давайте тоже его вместе до кучи уж тогда и прочитаем. Пишет тоже постоянный зритель: на вашем канале смотрю все видео, которые появляются, но, если честно, уже надоедает пустая голова болтовня, вы все время говорите, что все плохо. Это уже все понимают, даже самые упоротые ватники, но нужно понимать, что делать. Предлагаю сделать рубрику, рассказать, что нужно делать, а то разговоры о всем плохом уже очень надоедают. Ребят, давайте честно. Во-первых, в строках моего письма я постоянно пытаюсь и говорю, да, что делать. Другое дело, что люди не хотят этого слышать. Мы же не хотим, вообще мы хотим, как вот это вот объяснить-то? Мы, с одной стороны, вот хотим понять, а что нам делать, а с другой стороны, мы не готовы мириться с тем, что вам предлагается. Когда я говорю, например, ребят, слушайте, давайте там, не знаю, выйдем, сходим на выборы. Люди говорят: да ну, что на них ходить, а выборы все равно ничего не решают. Давайте выйдем на митинг. Да что на них ходить, митинги все равно ничего не решают. Давайте устроим забастовку. Да что ее устраивать, все равно никто на эту забастовку не придет. Я один там буду бастовать, в конечном итоге меня в тюрьму посадят и так далее. Блин, ну, ребят, ну а как тогда? С чего-то надо когда-то начинать. Нельзя просто... Всем, я так понимаю, хочется проснуться однажды, да, и увидеть. Вот я даже могу показать пример конкретный. Вот я специально с этим скомпоновал комментарием еще один. Вот, пожалуйста. Толку-то от этих высказываний и митингов бесконечных нас не слышат и не хотят слышать. Ребята, может, мы просто сами не хотим что-то делать? Вот мы привыкли, вот есть какие-то митинги, да. Кто-то что-то, вот сколько народу выходит на эти митинги, ну слезы какие-то, в Москве еще более-менее там выходит какое-то количество народу, а в остальных городах, вы посмотрите, ну ни о чем. Да, на выборы, я уже много раз говорил, это официальная статистика, на прошлые выборы не пришло, 50 миллионов россиян не пришли на прошлые выборы, сейчас мы сидим все и плачемся. Блин, как же так, опять победил Путин, а мы вроде как не ходили, мы его не выбирали. Ребят, вопрос так не стоит, выбирали его вы или нет. То, что вы не пришли, с вашего молчаливого согласия, за вас это сделали другие 52 миллиона россиян. Поэтому обижаться сейчас, наверное, надо только на себя. У нас еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? По какому поводу? Меня зовут Ирина. Ставропольский край. Я думала, вот прямо в эфире. Вопрос такой, как бы, а я сейчас... Да-да-да, я вас слышу, все вас слышат, не только я. Так, значит, вопрос у меня такой. Как бы сделать так, чтобы к вам в прямой эфир пригласить человека, который будет юридически подкован, и, ну, не только юридически, но и знал все, допустим, гражданские, нормативные акты. Как нам можно именно законным способом убрать тех людей, которые у нас в нашей многонеуважаемой Думе принимают такие антинародные законы? Потому что в нормальной жизни, вот в рядовой, человек, если не справляется со своими обязанностями,
его увольняют по статье. Было раньше такое, не знаю. Сейчас, наверное, может быть, такого и нет. В Думе, никуда не люди. Девалось, в Трудовом кодексе все это прописано, да. Вот. Очень много людей возмущаются, что все законы против народа. Так почему у нас нет таких контролирующих органов именно в Думе, которые бы могли контролировать адекватность тех законов, которые они там принимают? Потому что что не закон, то шизофрения. Что не закон, то какая-то мания величия. Это все психические заболевания, которые нужно контролировать и как-то немножко отсеивать эти законодательные все акты. Как бы нам вот в эфир пригласить подкованного? В принципе, я приглашаю периодически каких-то людей. Просто нет такого человека, который подкован во всем. Юристы, да, я думаю, многие юристы меня поймут, что огромное количество. Я думаю, юрист подойдет, если... Я приглашал уже юристов, но надо будет, если есть желание, пишите. Кого бы вы хотели видеть в эфире, я буду приглашать этих людей без проблем. Вот, ну, потому что я уже на самом деле устал придумывать, кого еще зазывать. Угу. Это на самом деле огромная работа. Это надо найти человека, найти его контакты, вызвонить, договориться с ним, сделать так, чтобы его время там свободное совпало с моим эфирным и так далее. Это большой геморрой, потом в последнее время я от этого отказался. Ну а если просто консультацию? Да, ради бога, есть почта прямо в описании, это рабочая почта, которая работает, я на нее постоянно отвечаю. Вот. И как это на уровне страны все организовать, Александр, как бы это придумать? Ну, давайте я отвечу сейчас на ваш вопрос, спасибо вам за него. Я тоже много раз об этом говорил, друзья. На самом деле, ведь контролирующий орган есть, и этот контролирующий орган как раз занимается... Вот, самая большая проблема, что мы не очень понимаем разницы между Думой, да, правительством, между депутатами и чиновниками. Вот сейчас Ирина звонила, тоже сказала, что, ребят, вот наша Дума, не только Дума принимает. Дума – это такой и законодатель, да, они уже на финальной стадии обсуждения, то есть... В процессе, когда какая-то идея превращается сперва в проект закона, а затем уже непосредственно и в сам закон, либо превращается, либо отклоняется. Вообще есть целые кабинеты в любом правительстве, в том числе в правительстве Ставропольского края, которые разрабатывают ту или иную инициативу, затем они ее предлагают депутатам. И только после этого уже депутат начинает с ней работать. Если экономическая инициатива, то этим занимается Минэкономразвитие, в Ставрополе его называют Минэк почему-то. Вот, я просто жил в Ставропольском крае какое-то время, там почти год, сталкивался с этими вещами, такое не чужое для меня место. Вот, надо просто выбирать таких депутатов, которые действительно будут заниматься контролем. Мы ведь этого не делаем, по большому счету, ну, давайте вот так вот разберемся. Одно и то же мы слышим, вот даже вот сейчас Навальный предлагает с этим умным голосованием, говорит, ребята, я придумал. Мы будем голосовать вот так, за эти политические партии. А никому в голову не приходило, почему мы голосуем постоянно за какие-то политические партии? Почему у нас в списках кандидатов всегда есть представители политических партий? Почему у нас в списках кандидатов нет представителей трудовых коллективов? Вот почему? Почему трудовые коллективы перестали выдвигать от своих каких-то организаций, каких-то представителей в те же муниципальные органы власти, в те же муниципальные думы. И так вот разобраться, вот проходили сейчас в сентябре, выбирали в огромном количестве регионов муниципальные думы. Мы опять видели представителей каких-то партий, все, больше никого. Ну почему там, а это ведь не сложно, что на Уралвагонзаводе, на котором работает там 15 тысяч человек сегодня, на одном Уралвагонзаводе, что у них не нашлось ни одного кандидата, который мог бы пойти представлять их интересы? Им так сложно было, причем не из числа начальников, а просто из числа своих, вон какого-нибудь слесаря, там, пятого цеха, которого все знают, уважают, какого-нибудь Михалыча. Сложно было, 15 тысяч человек могли выдвинуть вот этого вот кандидата от своего трудового коллектива. Почему этого никто не делает? В чем проблема? Что такое муниципальные выборы? Ребят, для того, чтобы стать муниципальным депутатом, надо набрать, ну там по большому счету в среднем где-то 7-10 тысяч голосов избирателей.
Это чтобы со 100% результатом выиграть. В принципе, чтобы выиграть выборы муниципальные, хватает и 5000 голосов избирателей. Вот в том же Нижнем Тагиле, раз заговорили об Уралвагонзаводе, да, в том же Нижнем Тагиле проживает 600 тысяч человек. Минус дети, немощные и, ну, просто там представители власти, там лизоблюды и так далее. Ну, сколько остается вот тех избирателей? 400 тысяч. То есть для того, чтобы избирают... По-моему, там порядка 40 депутатов в муниципалитет того же Нижнего Тагила. То есть, грубо говоря, нужно, ну, каждому из вот этих вот, повторюсь, депутатов набрать 7-10 тысяч голосов, чтобы выиграть эти выборы. Все. Уралвагонзавод не может там выставить как, ну, хотя бы человек 10 кандидатов. Их, повторюсь, 15 тысяч там человек работает. Плюс у каждого есть жена, подруга, там кто-то еще, да, мама, папа, там, не знаю, друзья, какие-то бывшие работники, ветераны этого Уралвагонзавода. Я думаю, человек 1050 народу наберется. Чего бы вам вот этой 50-тысячной кучи людей не выдвинуть своего кандидата из числа действующих сотрудников того УВЗ, они не будут принадлежать никаким партиям, и выберите вы их, и вот 10 кандидатов уже у вас есть, вам даже их пиарить особо не надо, реально 50 тысяч голосов у них уже есть, они уже по любые эти выборы выигрывают, даже не проводя никакой избирательной кампании, потому что не, а вот просто чужому человеку никто столько голосов не даст, а у вас они есть. Помимо там этого Уралвагонзавода, в том же Нижнем Тагиле есть не на Нижний Тагиле, Нижнетагильский металлургический комбинат, на котором примерно столько же народу работает. Они не могут своих кандидатов выдвинуть. Почему этого никто не делает? Есть там огромные куча каких-то сетевых предприятий, там какая-нибудь компания Билайн, да у нее в каждом городе там несколько тысяч сотрудников, же не могут эти сотрудники своего представителя выдвинуть. Зарегистрировать там какой-нибудь профсоюз работников Билайн, это несложно сделать. Да, просто это времени неделя, и стоит все это 3 копейки. Все, пожалуйста, и это будет ваш кандидат, который будет реально заниматься вашими проблемами. Чего вы все на этих политиков смотрите? Я вот этого не понимаю. Следующий звонок. Да, здравствуйте. Алло. Звонок, по-моему, сорвался. Ох, нет, не сорвался. Кто-то, видимо. Да, здравствуйте. Да. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, ночи, я не знаю, какое время у вас суток сейчас, как вас зовут, откуда звоните? Да, я вот Хабаровска, да, вот, звоню вам по такому, как бы, ну, смотрю, да, специально вот не спал, ну, и хотел бы вот, может быть, вы как-то вот, ну, покажете, что вот это вот, я вот сам занимаюсь охотой, да, вот, допустим, и... Нас тут в Хабаровске, допустим, начинают, ну, я так понимаю, то, что разоружать. В плане того, что налоги большие, в плане того, что лицензии дорого стоят. Ну, очень дорого стали стоить лицензии. Ну, вот, как вы могли бы прокомментировать все вот это вот? Я не совсем вопроса понял, если честно. Я по большому счету в вопросах лицензии охоты, я вообще не специалист, я не соображаю в этом, сам не увлекаюсь, никогда не получал ни лицензию, у меня нет оружия. Нет, я в плане того, что у нас тут тоже в Хабаровске как бы китайцы наступают, лес вырубают, и в этом плане у нас очень сильно за последний год, ну вот за год, да, допустим, очень сильно, ну, все просто в цене, ну, оно, понятно то, что по России все в цене выросло, но выросло настолько, что, ну, цены просто, я не знаю, у нас, мы живем просто, допустим, с охоты, ну, вот, охотимся, да, добываем пушнину и так далее, тому подобное, ну, оно невыгодно вообще никак. И, соответственно, у нас, как бы так вот, ну, точно вот вам сказать, то, что у нас вот в Хабаровском крае
очень. Ну, я понял, про что вы хотите сказать, но, в принципе, тут же все понятно, потому что вот этот вот бизнес, да, вот добываете там какие-то пушнину, какие-то там ценные меха, я так понимаю, да, вот вы вот этим промышляете, с этого, собственно, кормитесь, этим живете. Да, да. Вот, и спасибо вам большое за вопрос. Ну, мы же все прекрасно понимаем, что для кого-то это большой серьезный бизнес, кто-то на этом делает деньги, и большие серьезные деньги. Причем все это делается мимо кассы в черную, поэтому, конечно, не заинтересованы те люди, которые, в общем, подмяли под себя вот этот вот вид бизнеса, те самые мафии, да, хотя сегодня, ну, мне смешно говорить это слово мафии, сегодня у нас главная мафия – это наше государство, которое, собственно, вот этим вот занимается. И ясен пень, что им не интересно, что у них появляются какие-то конкуренты, промысловики, им интересны промысловики только в том виде, которые будут работать на них непосредственно. Все, самостоятельно вам работать никто не даст. Это касается не только промысловиков-охотников, да, это касается и тех же рыбаков, это касается и тех же, там, кто работает с лесом, да, и пытается работать честно. Это большим людям, которые на этом делают большие серьезные бабки, это невыгодно. И вот для того, чтобы как-то исправить ситуацию, надо, чтобы этим озаботилось государство. Вот. А государство у нас сегодня, оно все сплошь коррумпировано на 100 там, процент, ну на 99, скажем так. Потому что хочется верить, что есть какие-то чиновники честные, да, в нашем государстве. Мы видим, что есть такие честные чиновники. Вот на примере того же мэра Якутска. Кстати, по поводу мэра Якутска, сейчас напомните мне, отвечу. Задавали, видел я вопрос, что думаешь о нем. Вот, поэтому и надо начинать, да, вот то, с чего я говорил, надо начать просто менять власть, и начинать надо пока потихонечку с муниципальных каких-то выборов. Другое время, дело, что мы не хотим этого делать, ну вот поэтому пожинаем те самые плоды, которые у нас есть. Просто вот сейчас уже конкретно люди на себе стали ощущать, что вот меня лично, да, вас вот лично это коснулось, к сожалению, вот такая вот история, она не нова, и с этим ничего не сделать, потому что все погрязло в этом болоте под названием коррупция. Ну и как с этим как-то победить? Ну, я только так вижу. Надо начинать уже как-то бороться, надо начинать этому противостоять всем вместе. Вот, а для этих целей, ну, я сказал, давайте попробуем своих депутатов выдвигать. И вот как раз мне какой-то Astromagic DJ написал, да профсоюз Мегафона акции, профсоюз Мегафона акции которого у Пуськиной бабы, ты фантазер. Понимаешь, ну, это ты просто недалекий типок. Вот я тебе могу рассказать, я уже рассказывал эту историю. Я, работая на телеканале ТВ-центр, который является, между прочим, да, вы сами знаете, государственным телеканалом, принадлежит мэрии Москвы, я создал там профсоюз. Я реально создал там профсоюз и стал занозой в задницу у рука. Причем канал ТВ-центр сегодня, он на тот момент уже, когда я там работал, он вошел в холдинг ВГТРК, я создал там профсоюз, лично я. Да, и еще там несколько ребят, с которыми мы вот этим занимались. Мы это сделали, мы стали занозой в заднице у руководства. Да, нас пытались раздавить, да, нас пытались там много раз подставить, сделать так, чтобы уволить по статье, но ни хрена с нами сделать не могли. Конечно, нас потом вынудили уволиться, ну как вынудили, нас просто пригласили уже к руководству официально, когда мы... И сказали, ну, ребят, ну, все равно вы видите, что подавляющее большинство работников этого ТВ-центра просто боятся вступать в ваш профсоюз. Вот, кто-то действительно вступал, а кто-то вот были такие сочувствующие, которые я за ребят с вами, но я ссу. Вот, и уже когда и руководители это поняли, сказали, ну, видите, вот не пойдет ваша идея, потому что вот ваши коллеги оказались большими ссыкунами. Но, тем не менее, с вами мы тоже не можем ничего сделать, вы достали нам ходить, постоянно жизнь отравлять, и предложили нам достаточно интересные условия увольнения. Но вот я честно скажу, лично я получил там 10 окладов плюс 13-ю зарплату, за год вперед мне выплатили денег. Вот, и я уже понял, что да, вот то, что я хожу головой, бьюсь там в эти двери, это кроме меня никому не надо, потому что реально остальные просто, очень многие работники этого ТВ-центра очковали вступить в этот профсоюз. Вот, и я тогда подумал, что ну а смысл мне, да, вот этим заниматься, если кроме меня там или еще там двух десятков человек никому не надо было вот это. Но тем не менее мы это сделали. Что мешает хотя бы попробовать? Сидеть можно и дальше. Вот как раз это первому позвонившему
то, что я попытался ответить на вопрос, да, что, ребят, вам что не предлагай, вы не хотите. Вот я предложил выход. Попробуйте выдвинуть от своих трудовых коллективов кого-то. Для этого, для начала, попробуйте сделать профсоюз. И тут же мне прилетает комментарий. Ты какой-то дурачок, кто его тебе даст? Я лично его создавал. Это можно проверить. Наверняка есть где-то какая-то, какие-то данные, где все это учитывается, да, там он так и назывался, профсоюз работников телекомпании ТВ-центр. Зайдите, погуглите, поищите, вы найдете. Я один из учредителей этого профсоюза, найдете там мою фамилию в легкую. Без проблем. Просто кто хочет, тот делает. Кто не хочет, он ищет какие-то предлоги, какие-то отмазки. Ну, ребят, простите, но тут у меня рецепта от лени, от глупости, от пофигизма лично у меня нет. Сейчас я прочитаю, тут Барсук сообщение накидал, потому что, вот, ну, добрый вечер, понятно, спасибо, привет, Барсук, и тебе, чего так поздно не спишь, Барсук тоже из Хабаровска. Чего ты докопался до дочери Путина, у нас, блин, стакан Путина для чая обсуждают в двух воскресных передачах. Но меня это не удивляет. О, звонок из Хабаровска, ура, значит, не только я смотрю эфиры в 4 утра, привет землякам. О, дорогой земля, звонивший, я, к сожалению, забыл, как вас зовут, вот передаю вам пример, привет вашим. Ну, а вот я, ребят, ну для этого пропаганда и нужна, чтобы просто промывать людям мозги, и действительно, есть огромное количество дураков, которые с большим удовольствием сидят, смотрят эти программы, ведь посмотрите, какой у них рейтинг, да, рассказывают о стакане Путина, но куча дебилов, которые сидят, их смотрят с большой радостью, и не только в эфире, там, телевизионном, можно сколько угодно отрицать и говорить, лично я не смотрю телевизор, да ты можешь его не смотреть, но, блин, смотрит, вот кто-то его, твой сосед смотрит, там, еще кто-то для этих целей, да, если тебе ты неравнодушен, если тебе не безразличен, но пытайся проводить какую-то разъяснительную работу с людьми, пока показывая им, что бывает и по-другому. Вот, и я в прошлом, по-моему, или в позапрошлом эфире сказал, когда человек мне написал, ну вот я ходил на выборы, и что поменялось? Вот я еще раз повторюсь, чтобы сказать, я ходил на выборы, вот как надо ходить на выборы? Ты пошел сам, ты собрал там свою женщину, собрал там маму свою, там папу, бабушку, дедушку, сестру, соседа по дороге зацепил, друзей каких-то, всех приволок на участок с собой, помимо себя еще 50 человек. Вот тогда вот это называется «я сходил на выборы». А просто я один сходил, а еще 50 миллионов человек не сходили. Ну, что тут, ну, блин. До всех я не достучусь, у меня меньше возможностей, намного меньше, чем у того же Соловьева. Но, повторюсь, как показывает практика, мы смотрим и видим еще и в том же, да, Рунете. Огромное количество людей сидят этого Соловьева, смотрят, слушают. Ну, вот кто-то еще звонит. Да, здравствуйте. А, да? Здравствуйте. Добрый день. Это прямой эфир. Да. Скажите, как вас зовут, по какому поводу звоните, что да. Сейчас. Я Алексей и регион Урал. Вот. Город Катав-Ивановск. Угу. Вот. Ну, я бы хотел вам рассказать интересную историю, то что помимо всего того, что произошло на Урале, я не знаю, вы слышали или нет. О какой истории идет речь? Там каждый день что-нибудь происходит. На Урале, что ли? Да, да, да. Нет, ну, во-первых, на Урале произошло землетрясение за дофига лет один раз. У нас, блядь, потрескались все дома, это во-первых. А соцпомощи, блядь, никто не получил путем. А второе. У нас инфляция, вот если честно, да, жена пошла купить, блин, капли Слабикан. Вот честно, да. Они стоили 31 рубль. А через неделю она пришла, стоит уже 100 с лишним. Как? Да. Как вот это вот можно объяснить? Плюс к этому у меня друган работает в магазине, который работает, а магазин домовой. То есть у него, вот он, как он звонит, цены растут чуть ли не 30% в неделю.
то есть на все подряд. То есть он работает в магазине, который продает сельхозтехнику, ну и всякие такие способствующие товары. Вот. Ну я вас понял, да, да никак это не победить, с этим ничего ты не сделаешь, это называется рынок, вот, это называется рынок, опять же, коррупция, есть огромное количество людей, которые, собственно, спасибо за вопрос, огромное количество людей, которые, в общем, постоянно... Тут так же, вот как я сказал этому человеку из Хабаровского края, кто-то на этом зарабатывает бабки, кому-то невыгодно продавать вот эти капли по 30 рублей, да, кому-то выгоднее продавать их аналоги, которые будут стоить в несколько раз дороже, или какие-то другие аналоги, которые человек заходит в этот конкретный регион или в этот конкретный город из какой-то фирмы, с которой ты получаешь какие-то преференции, откаты, может быть, что-то еще, или там у тебя какой-то более выгодный контракт, и тогда вам под этим видом... Вот, по поводу землетрясения, вы знаете, я краем уха слышал, вот, я посмотрю, подумаю, сейчас не скажу. Вот, давайте все-таки вернемся к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, пока мы все-таки не договорили. Топ-2, все-таки второй момент. Возвращаясь, потом продолжим общение. Вот, не договорили мы по поводу выступления Медведева. Там же, почему я поставил на второе место вот эту вот мыслю Дмитрия Анатольевича, я услышал для себя впервые такое понятие, как цифровая экономика. Ребят, я озадачивался, может, для меня вообще удивительно. Я вообще не понимаю, что... Я не знал, что в нашей стране есть цифровая экономика, оказывается, она есть, и предлагаю послушать, что имеет в виду Дмитрий Анатольевич, когда говорит о цифровой экономике. Машины заменяют людей. Это уже общая мировая тенденция. Да? Растет безработица. Роботы будут ведущие телевизионные, ты слышал это? Юристы тоже, кстати, меня недавно пугали. Да-да-да, уже, кстати, такие программы есть. Но безработица – это ладно. Утечка персональных данных, что, в общем, вообще является правозащитным вопросом, потому что речь идет о защите частной жизни. Вы в правительстве вот эти риски оцениваете сейчас? Оцениваем. Но я начну все-таки с цифр, потому что это итоги года, и эти цифры все равно важны. Вы упомянули цифры на науку, но если говорить, это только про национальный проект было сказано, 635 миллиардов. А если говорить о совокупных расходах, то они в год составляют до 400 миллиардов. Это расходы не только на научные исследования, но и на так называемые гражданские разработки и так далее. Но это так или иначе все равно связано с наукой, с исследованиями. Иными словами... Вот, ребят, сами все слышали про цифровую экономику. То есть у нас, оказывается, какие-то роботы уже есть, которые уже... Пошутила там госпожа, как ее с НТВ, раньше на Первом канале она работала, забыла ее фамилию, что и телеведущие скоро, видимо, будут электронные. Но это смешно слышать, особенно, да, в свете последних новостей, когда там в пятницу, что ли, вот это вот летающее такси, которое презентовали прямо во время презентации, там рухнуло. И у нас все вот эти вот какие-то ноу-хау, они падают, ломаются, не работают и бла-бла-бла. И, собственно, вот что мне понравилось, Дмитрий Анатольевич ответил на вот этот вот вопрос. Почему, собственно, он не хотел этого, но, собственно, ответил, почему они ломаются. А мы, говорит Дмитрий Анатольевич, на развитие вот этих вот новых технологий, да, инновационные какие-то прорывы на науку в том числе, да, даем целых аж 600 миллиардов рублей в год. О, какие мы молодцы! И там иногда добавляем еще по 400, то есть... Ну, иногда добавляют, иногда не добавляют, но это на нацпроект выделяется 600 миллиардов рублей. А теперь, да, вот если возвращаясь к ней, к теме нашей сегодняшней программы, если кто читал описание, да, ребят, ну о чем говорить, если у нас 100 миллиардов выделяется, да, только на одни госсми, на государственные СМИ, на промывку мозгов, 100 миллиардов, это только на телевизор.
А есть еще периодика, периодические издания, это газеты, журналы, есть еще интернет-пространство. У нас 100 миллиардов идет только на телевизор, на то, чтобы он вещал постоянно Соловьевых, Киселевых и Скобеевых. Еще, я думаю, на периодику и на интернет, я думаю, еще два раза постолько выделяется. Да, и на всю науку, на все исследования 600. Ну, о чем можно говорить, о какой цифровой экономике? Это дебилизм, на мой взгляд. Вот. И, кстати, ребят, кто звонящий, я очень прошу, давайте как-то по теме вопросы задавайте, потому что я все равно, если я сформулировал тему, то я, в общем, и собирался по ее поводу говорить, а тут хренак прилетает вопрос по поводу землетрясения. Если уже сейчас себя чувствую как дурак, вы уж меня простите, или там про цены, про рост цен. Я в каждом выпуске реальной журналистики говорю, простите, без обид, но это так. Ну и теперь, ребят, number one, это то, что вот, прям вот первое место парада абсурда в выступлении Дмитрия Анатольевича Медведева лично меня зацепило. Просто послушайте, и вы поймете. Видимо, задолбали этих пропагандистов вопросом про вырубку китайцами, главным образом, леса у нас в Сибири и на Дальнем Востоке. И задали ему этот вопрос. Ребят, послушайте, обалдеть. Значит, мы сейчас внедряем систему прослеживаемости, по сути, маркировки поставки лесных товаров. Ну, иными словами, различных видов леса. Вот если мы это все введем, и это будет работать как система эгоистам, условно говоря, в отношении алкогольной продукции, он, кстати, так и называется, лес-эгоист, это тогда изменит ситуацию радикально, потому что мы будем понимать, откуда каждое бревно появилось, значит, кто его и когда срезал, потому что это реальная ценность. И нужно увеличить количество инспекторов. Недавно министр ко мне на эту тему обращался. У нас, ну какие у нас угодья? У нас один инспектор бывает на миллион гектар. Ребята, это, по-моему, шедевр высказывания Дмитрия Анатольевича и вообще шедевр болезни нашей российской власти. Это смотри, что сказал человек. Я вот прям сейчас попытаюсь вам на пальцах объяснить, что он рассказал. Он сказал, ребята, да, мы с этим боремся, мы будем учитывать теперь незаконную вырубку леса. И мы уже даже вбухали целую кучу денег в систему «Лес-ЕГАИС», которую мы уже даже опробовали и пытаемся запустить. То есть деньги мы уже туда вломили. И она уже вроде как запущена, и ваши деньги тратятся на то, что она запущена. Сука, один маленький у нас, вот маленькая загогулина такая есть. У нас лесников, один лесник на миллион гектаров леса, поэтому программу-то мы запустили, кучу бабла потратили, а вот кто ее будет контролировать, хрен его знает. Наверняка какой-нибудь цифровой лесник, на котором же выделяются какие-то 600 миллиардов, да? То есть, представляете, вот этот вот лесник, у которого миллион гектар леса, он теперь еще должен будет писать отчеты, как там работает эта система лес-ЕГАИС. То есть вместо того, чтобы заниматься реальными делами, ему еще нахлобучат кучу вот этой хрени. Ну, ребят, ну о чем говорить? Ну это бред сумасшедший. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Здравствуйте. С Челябинска беспокоят. Замечательно. Значит, такой вопрос. Понятно, Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, говорит интересные вещи, но на данный момент у нас Челябинцев как бы другая тема волнует. Александр как-то озвучивал тему экологии, но вот на данный момент она вообще здесь актуальна. И так как мы везде звоним, и московские МЧС, и московский Росприроднадзор, и везде нам только что-то обещают, то есть, а город задыхается, то есть город вторую неделю стоит укрыт черной пеленой черного смога. То есть от промышленных предприятий. То есть как бы Коркинский разрез всему этому еще придает изюминку, которая находится в 30 километрах от города, который не тушится абсолютно, и как бы люди страдают от этого. Вот как бы хотелось, чтобы хоть журналисты, так сказать, среднего звена это самое, обратили на наш город на эту тему внимание, потому что как бы реально здесь, ну, хоть куда звони, люди негодуют, люди как бы уезжают, люди болеют, люди, то есть как бы, ну, никуда абсолютно. То есть Путин приезжал, там сказал, да, будем бороться, будем.
фильтратом датчики ставить с 1 января 2019 года. Да нет, я эту тему знаю, мы периодически ее обсуждаем, она у нас в эфире периодически бывает, я ее озвучиваю. Я просто не могу постоянно только про проблему Челябинска рассказывать. Периодически я в эфир приглашаю к себе вашего вот активиста. Василий Москалец есть такой. Угу. Вот. Смотрел. Василий Московец, он маленько по другой теме, он все за ГОК бьет. Мы сейчас задыхаемся, и как бы это тоже актуально, но тем не менее, как бы, вот, смотрим с Василием Московцом, знаем, о ком вы речь ведете, но тем не менее, вот на данный момент 2 недели вот стоит смог, МНУ второй степени опасности, когда все это закончится, когда... Не, ну вы кидайте, стране... у меня же есть, я все время прошу, я говорю, ребят, обращайте, кидайте темы, потому что я тоже не могу их придумывать, высасывать из пальца, я не могу мониторить все 86 регионов, кидайте темы, у меня есть и в соцсети, лучше ВКонтакт или на электронную почту, в принципе, она указана под видео, она рабочая почта. Присылайте какие-то материалы, я периодически возвращаюсь к этим вещам, там недели через 2, кстати, в Челябинск, у меня Женя Анисимов поедет, вот, может быть, там как-то... Если Женя Анисимов поедет, пусть на Коркинский разрез обязательно с Московцом скатается, это, ну, просто филиалада, как совет по правам человека, я сказали. Я знаю, что это такое. Знаете, да. Ну все, не занимаю больше всего времени. Добро. Всего доброго. Спасибо вам большое. До свидания. Так, Барсук опять что-то там прислал. Давайте сначала прочитаем еще сообщение от зрителя. Сейчас я открою вот здесь. Значит, по поводу отдыха за границей, я пытаюсь... А, кстати, кто-то написал, убавьте звук этого Тетриса. Это не звук Тетриса, это звук ваших звонков. Вот, убавить его невозможно, программа так работает, он так или иначе будет выходить в эфир. Там было 2 варианта, либо он звенит как сумасшедший, как домашний телефон, либо, значит, ну вот в таком виде, в котором он есть. Убрать звук этого Тетриса не могу. Давайте перейдем к комментарии. Идите митингуйте в загонах, там, где вам разрешают мирно и без оружия. Это опять один из то ли противников, то ли провокаторов, я не знаю, да, написал. Ну, вот такой вот комментарий. Но очень многие люди, опять же, не понимая, им не нравится сама идея вот этих вот митингов согласованных, и они пытаются их вот эти вот митинги каким-то образом... Они пытаются... А, это СМС даже приходит. Ребят, СМС на этот телефон не присылайте. СМС я читать не буду, я их не могу прочитать. Вот, я могу только ответить на звонок, потому что тут очень все сложно сделано, если я еще буду выводить. Вот, так что этот Тетрис, это, оказывается, даже не звонки, это звонки приходящих СМС. Вот, что касается митингов, вот вы зря смеетесь над этими вот митингами согласованными, потому что вот тот же Навальный, я понимаю, откуда это пошло, Навальный и многие наши оппозиционеры начинают говорить, что митинги это плохо, да, вот согласованные, никакого от них толку, на самом деле они лукавят, потому что как раз от согласованного митинга, да, толку зачастую больше, нежели... от такого вот стихийного, который любит очень устраивать Алексей Анатольевич. Почему? Потому что какая главная цель митинга? Кто-нибудь когда-нибудь из вас задумывался, тем более, если вы его заявили, тем более, если вы его согласовали. Главная цель митинга – выйти, показать, что у нас такое вот количество недовольных. И не просто поорать «Путин вор, Путин, уходи в отставку», да, а действительно высказаться, что нам не нравится вот это, вот это, вот это, мы не согласны с тем, что поднимается НДС, например, да, мы не согласны с тем, что у нас крадут 5 лет от пенсионного возраста, выставляются какие-то требования, составляется какая-то петиция, эти требования затем организаторы митинга должны передать в администрацию президента, и там обязаны на это дело отреагировать, тем более, что они этот митинг согласовали, то есть им деваться некуда, они тупо обязаны отреагировать на требования вот этих вот митингующих, которым они не разрешили, а согласовали протест которых, да, у нас, ну, он хоть и уведомительный характер, все наши акции, митинги носят, да, но по большому счету они уже давно превратились в разрешительные, поэтому будем называть вещи своими именами. Они обязаны отреагировать. Что происходит, когда вы идете
следуете за Алексеем Анатольевичем и выходите на Пушкинскую, на Тверскую. Ну что, ну вышли, получили вы дубинами по заднице, да, там несколько человек там покидали, в эти коробки увезли. Толку, выхлоп ноль. Вот никакого выхлопа, потому что, ну да, показали эту красивую картинку, а на завтра об этом все забыли. Че выходили, зачем выходили, и власть даже тут оправдываться не должна. Они выступили там перед заграничными коллегами и сказали: ребят, нет, извините, как бы мы ничего не знали, выбежали какие-то хулиганы, сказали, что митингующие, но вот они хулиганы, они нас не уведомили никак, требований никаких не выставляли, потому что Путин вор, это не требование, вот, поэтому мы обращать внимания на них не будем. От таких митингов, ну, в том виде, в котором они происходят сегодня, повторюсь, да, с тем народом, который населяет нашу страну сегодня, от таких митингов толку, к сожалению, ноль. Вот, когда митинги, протест вообще в нашей стране приобретет какой-то массовый характер, то, что мы видим сегодня во Франции, там ведь не один Париж, да, там не один Марсель митингует, да, там вся страна вышла на улицы. У нас, к сожалению, да, как только акция протеста, вышло там 5000 человек в Москве, все, и 100-200 человек где-то в регионах России. Поэтому для нас согласованные митинги — это пока единственный вариант, да, показать свою фи властям, потому что, поясню еще раз, коль скоро они согласовали, они обязаны отреагировать как-то, они обязаны ответить на все ваши вопросы, которые вы сформулировали, там, записали в петицию и отнесли к ним туда. А вот это вот стихийное поорать, ну, оно не работает. Либо все выходим, и тогда, да, стихийный митинг, как во Франции, сработает, но мы прекрасно понимаем, что все не выйдут, потому что огромное количество людей, которые будут сидеть и говорить: да, фига ли, ничего там все равно этим не решишь. Поэтому, ну, ребят, не надо хаять то, что есть. Повторюсь. Понравилась фраза Медведева: надо узнать, откуда каждое бревно появилось. Это он про Госдуму. Да я думаю, это он про нас с тобой, дорогой Барсук. В принципе, да. Он, ну, хотя вот с другой стороны, вы знаете, я вот так вот, он врал-то очень достаточно убедительно. Вот, я послушал этого человека, совершенно замечательно, убедительно человек врал. И вот для такого вот вотана, который ничего не понимает, ну, в общем, я думаю, очень многие там действительно с радостью послушали и поняли, что все будет здорово. Да, по поводу мэра, значит, Якутска очень много спрашивают. Но, ребят, я на вашем месте особо не радовался, поэтому объясню почему. Во-первых, в строках моего письма, да, это хорошо, что вот появился такой вот мэр в Якутске, который делает свою работу. И вы представляете, до какого уровня мы доставались с колен, что мы восхищаемся мэром, который реально пришел и честно делает свою работу. Но я не удивлюсь, что сейчас полетит в ее сторону куча гадости. Обязательно попытается ее подставить, а подставить всегда можно таких людей, которые не в системе, потому что одному против системы достаточно проблематично воевать. Да, и это касается не только мэра Якутска, я вот ее фамилию, к сожалению, забыл, это касается и там того же вновь избранного губернатора Хакасии Коновалова, которого уже власть показала, да, через те же СМИ наши, что его никто не собирается поддерживать, там его чуть ли не, ну, скоро уж там в эфире я не уделюсь, что какая-нибудь Андреева скажет, там этот какой-то кто-то, как-нибудь так будет его называть. Я думаю, что проблем горе они хапнут, и подставы начнутся жесткие, потому что быть классным политиком — этого мало, надо ведь еще, да, то, что ты обещаешь, надо каким-то образом выполнять эти обещания. Для выполнения обещания нужны деньги, а деньги зачастую у многих регионов, у многих там небольших городов, да, в принципе, города и регионы, они очень жестко, очень здорово зависят от федеральных денег. Это вы думаете, что вы заплатили налоги, там 13 НДФЛ, НДС в магазине, и все это осталось в казне вашего города. Нет, не так, там очень сложная система распределения, муниципальный налог, у бюджет падают самые несобираемые налоги, это налог на имущество,
Да, на, налог на землю. Вот это два налога, которые, они копеечные, но они совершенно несобираемые. Их никто не хочет платить. Это вот те налоги, которые напрямую идут в бюджет муниципалитета. Налоги, которые собираются легко, тот же НДФЛ, который выщелкивается с зарплаты, тот же НДС, тот же дорожный налог, они имеют статус налогов федеральных. Они уходят сразу в Москву, и уже в Москве какой-то дяденька сидит и решает, отправить ли денег в Хакасию, там, или отправить ли денег в Якутск, или не отправить, и сколько нужно этому Якутску. И я думаю, сейчас начнут их в ближайшее время, начнут их людей жестко подставлять, сейчас как раз с Нового года формируются новые бюджеты, которые, повторюсь, напрямую зависят от дяденьки из Москвы, от федеральных денег. И я думаю, денег пришлют из Москвы гораздо меньше. И тот же мэр Якутска, у него будут руки связаны. Потому что, когда у тебя нет денег, ты пообещал отремонтировать там 100 километров дорог, условно, там сделать 10 площадок каких-то детских, а денег тебе прислали только на 2 километра этих дорог, да, и на одну площадку. Вот, а люди этого не понимают, и начнется очень такое... А людям еще начнут промывать мозги, где-то какие-то там вот эти вот хлыщи из числа пропагандистов, которые скажут: вот, ребят, вот он ваш великий якутский мэр, вот он ваш хваленый Коновалов, губернатор Хакасии, он вам что обещал, а что сделал? Все, они будут вам врать. Это проходили жители Екатеринбурга, это помнят. Была та же самая история с Ройзманом, который был а-ля якобы главой города Екатеринбурга, на самом деле это был сапожник без сапог, глава города без права финансовой подписи. Он приезжал к людям, что-то обещал делать, затем шел губернатор и говорил: денег-то мне дайте, я пообещал тут людям сделать что-то. Я ему говорю: иди в жопу, Женя. И вот, и Женя там выискивал какие-то там через каких-то знакомых, через каких-то коммерсантов. Ну, естественно, что как бы жертвователи столько денег никогда не дадут, да, сколько действительно нужно. И в конечном итоге сегодня Женю пол того Екатеринбурга ненавидит и говорят: о, козел, столько всего наобещал, а сделал, даже половины не сделал. Будет то же самое. Вот, надо, чтобы вы это понимали, но не просто сидя за компьютером, а в принципе. Рыгор Сабич, хай, кто есть барсук? Привет, герой. Медведя смотрел, понял, что запой прошел, и спирт в голове остался. Нет, очень зря все многие думают, что Медведев, он этакий дурачок. Он не дурачок, он, в принципе, дяденька достаточно умный, но он умеет играть вот эту вот роль такого петрушки, вот, от которого, как о стенку, горох от него отлетает. И он очень-очень-очень много, да, он говорит то, что нужно. То есть, это вот как есть Жириновский, да, который ведет себя как дурак постоянно, но да, Жириновский далеко не дурак. Так вот и Путин у себя при дворе завел вот такого вот петрушку Димона, которому все фиолетово. Ну, вот бывают такие люди. Ты ему хоть по башке стучи, хоть плюй в него, хоть что. Ему абсолютно чихать. Будешь выглядеть дураком. Да, буду, мне не важно. Главное, бабло платить. И вот он эту свою роль хорошо выполняет. И, в принципе, как бы, ну, то, что он не дурак, это железо. Давайте крайний звонок на сегодня примем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Тимофей Тимофеевич, Тюмень. Да, у нас прям так вот при прицельном, знаете, Тюмень, Челябинск, Башкирия, ага, насколько да, я у нас понимаю. Как раз, у нас вечер, хорошо. Вот, ну, да, есть чего сказать, чего спросить? Есть сказать чего. Да, слушаем вас. Вот смотрите, вот говорите, да, что у нас, допустим, митинги запрещают, или разрешительные митинги есть, так? Разрешили, значит, мы идем. А вот, смотрите, а как Владимир Ильич делал? Мы митинги для кого делаем? Для людей или для власти? Ну, ведь для себя. Ленин уезжал за город. Собирались, ставили задачи. Решали какие-то. А мы обязательно должны показаться, что вот мы пришли на митинг, нам разрешили, арестовали, увезли. Ну, даже, наверное, не делается. Наоборот, надо за город ехать. Решать задачи, ставить, выполнять. Я думаю, так.
ну я об этом и говорил, к сожалению. Я в самом начале программы сегодняшнего эфира об этом сказал, да, когда говорил, ребята, что вам мешает, например, да, своих кандидатов выдвигать от трудовых коллективов. А и мне тут же налетело, что кто нам даст это делать? Тебе не должен никто давать, возьми и сам сделай. Вот я о чем нет, говорю. Нет, вы говорите, вот мы должны согласовать. Зачем нам, ну, согласовать? Мы между собой должны, нас вот постоянно высылают не в центр, допустим, Москвы, а езжайте туда куда-то митинговать. Ну и слава богу, мы уедем давай в лес. Давай, как Владимир Ильич, уедем в лес, поставим задачу себе. Нафиг нам эта власть нужна, которая нас запрещает. Мы сами соберемся и решим, и сделаем, что нам надо. Соберем на завтра еще больше, еще. А потом уже, когда соберем, тогда выйдем на площадь, на центральную, покажем, какая у нас сила, а не так. Ну я думаю, ну так надо. У нас опыт есть, читаем Ленина. Ну, вы понимаете, вы говорите, что это хорошо в теории. На самом деле мы много раз видели, ну, попробуйте, что это все это не работает. Конечно, попробуйте. Я для этих целей постоянно с упорством идиота. Каждое воскресенье, там, через день, вся в программе, говорю, ребят, давайте не будем сидеть сиднем, давайте что-то делать. Вот. И я говорю, давайте начнем с того, что будем где-то объединяться, кучковаться, и дальше уже вперед из песней. Вот, ну, пока. Видите, вот. Слава богу, вы тоже это услышали, может быть, а может быть, вы тоже об этом думали, и тут я подтолкнул вас к тому, чтобы вы сейчас заразились тоже этим и сказали, все, действительно, давно пора, и завтра что-то там. Да, конечно, конечно. Да, конечно. Это здорово, замечательно. Ну, спасибо вам за звонок. Ага, ну, спасибо вам. Ой, вот так, ну, в принципе... Так и не дозвонился, Белая Рысь, так и не дозвонился до тебя, жаль, номер заканчивается на 74. Ой, я просто не слежу, на какие эти номера заканчиваются. Вот, но можете попробовать дозвониться еще раз сейчас, я пока вот сообщение Барсука как раз прочитаю, и кто-то еще прислал, администратор. Два раз в месяц делать стрим, выходя за рамки ситуации внутри страны, рассматривать происходящее во внешней политике. Расширить специфику, разнообразить контент раз в месяц. Не знаю, надо думать. Я пока с этим-то не особо успеваю. Я тут еще один проект замутил, на самом деле, который, скорее всего, после Нового года начнет выходить в эфир. Я вот сижу сейчас, думаю, как его реализовать. Поэтому пока еще вот у меня пока нет на это времени, понимаешь? А потом, ну а что внешне? Все равно же мы проводим какие-то параллели. Любая ситуация где-то вовне, в том, что происходит вне России, оно так или иначе влияет на нас. Просто нам это подают как какую-то сказку. Ну, блин. Самим-то тоже надо думать. Вот кто-то мне недавно задал вопрос, а что сделать вот в первую очередь? Ребята, я вам скажу, что сделать в первую очередь. А в первую очередь, для того, чтобы что-то начать менять, нужно проветрить вот это вот помещение, да, вот этот вот чердак свой собственный, свою собственную голову. Как следует проветрить, вынести оттуда нахрен всю пыль, всю паутину, которая скопилась там за долгие годы, да. А у кого-то, может быть, там уже на уровне грибка что-то началось, у кого-то там, не знаю, даже мох уж появился, тут у кого угодно он появится. Просто, ребят, надо сначала все это выкинуть из головы, потом начать чем-то интересоваться, да, не просто слушать то, что вам говорят, ну, где-то там в интернете или в телевизоре, надо, конечно, и там, и везде искать информацию, самим чем-то интересоваться, пытаться понять. А, к сожалению, вот меня это очень часто расстраивает, что, я говорю, люди зачастую, они вообще понятия не имеют, чем дума от правительства-то отличается, да, и чем губернатор там от мэра отличается, и каковы их полномочия. Они думают, что губернатор это такой раз бог, и он все может. Или мэр города, вот мы как раз, мой модератор Миша Суслин пишет, что вы думаете о новом мэре Екатеринбурге, Миша? Вот это в продолжении как раз сказано мною. Нет в Екатеринбурге мэра, его нет. Уже давно нет. В Екатеринбурге есть глава Екатеринбургской городской думы, которого вот просто для ватанов, для удобства начали называть мэром. На самом деле он никакой ни хрена не мэр. Он просто председатель Екатеринбургской городской думы, выполняющий функции главы города без
право финансовой подписи. То есть, по большому счету, он никто. Я тебя вот прямо сейчас здесь могу назначить президентом канала «Реальная журналистика». Хочешь? Давай будешь президентом моего канала. Но при этом я тебе ни пароли, ничего от своего канала не дам. Называйся как хочешь, президентом, богом канала «Реальная журналистика». Вперед из песни, у тебя есть такое право, можешь там знакомиться с девушками и говорить, что ты вот президент. Там, или даже, повторюсь, бог. Есть в Екатеринбурге, вообще в любом другом городе, миллионники, господин, господин глава администрации, человек, которого назначает губернатор, или сити-менеджер его еще называют. Вот, такой назначенец, чиновник. В Екатеринбурге этим чиновником является Якоб. Уже много лет он и при Ройзмане был, да, главой администрации. Он и сегодня глава администрации. Тот человек, который обладает правом финансовой подписи. А кто там является условным вот этим вот главой? Да это фигня. Ну, есть там вот сегодняшний, кто там, Высокинский, да, по-моему. Ну, слушайте, ребят, ну, я говорю, никто и звать никак, по большому счету, и ничего он не сделает, как бы он ни хотел. А вообще, чиновник, я его еще помню, когда я только в журналистику пришел в 2000 году, он уже в администрации города работал каким-то там чинушей, то есть он чиновник по жизни. Не знаю, что из него там будет. Люди меняются, очень хочется на это надеяться. Как насчет объединения среди блогеров в смысле выдвинуть одну кандидатуру? Ребят, ну я уже тоже, какое объединение, о каком объединении блогеров можно говорить? Я уже в миллион раз вот здесь в эфире говорил там о том, как я Навальному предлагал, говорил, давайте просто круглый стол будем раз в месяц собирать и проводить там прямую трансляцию, да, с участием там энного количества топовых блогеров, и будем общаться, разговаривать с народом, там я от имени своих зрителей, там кто-нибудь, там Юра Гемельфарб от имени своих зрителей. Никто не хочет в этом участвовать, понимаете, потому что все же хотят быть основными, все основными, все хотят быть крутыми. Я боюсь, что если кого-то в кандидаты выдвигать куда-то, там такая грызня начнется. Я поэтому говорю, надо сначала башку проветрить как следует, да, избавиться от мании величия, чего-то еще. Тогда глядишь, что-то и поменяется, а пока об этом говорить. Ой. Давай, говорит, не Мишу, а Барсука назначим президентом канала «Реальная журналистика». Ну, давай тебя самым главным президентом, хочешь назначим. Вот, ну ты же понимаешь, о чем речь, я понимаю, что ты тоже прикололся. Ну, давайте, ребят, крайний вопрос, крайний звонок, может быть, или крайний комментарий. Вот я любой на выбор сейчас ткну, простите. О, и это комментарий от тролля. Ребят, здесь мы можем убедиться в том, что ты трусливая, лживая сволочь. Вылези на улицу, сучонок молокосос, посмотрим, какой ты герой вылези из своего убежища. Я специально даже зашел к этому Фаруху на страницу, вот он. А, кстати, давно хотел обратиться к этим вот фашистикам, да, к полицаям. Ребята, а вы правда думаете, что вот эта вот лафана будет продолжаться вечно, ребятки дорогие? Даже вот ваш любимый премьер Димон, выступая в четверг, он произнес там такую фразу, что вечного ничего не бывает, да, все имеет какой-то конец. И вот эта вся вот эта ваша лафа, вы думаете, будет продолжаться долго? Да нет, рано или поздно ситуация поменяется, и да, сегодня вас там, наверное, покрывают, не вас, конечно же, ваших сотрудников, ваших работодателей, пригожинных всяких и так далее, покрывают там сотрудники различных спецслужб, но они очень хитрые, они это делают до той поры, пока вы им нужны. Как только кресло над вашими начальниками начнет качаться, как думаете, что произойдет? Вот, да вас же сольют в первую очередь, потому что, ну, историю надо учить, ведь когда фашисты уходили, да, с оккупированных территорий, первых, кого они сливали, это вот этих вот своих прихвостней, полицаев, которых они отдавали, пожалуйста, рвите их, а сами в это время куда-то убегали, то же самое сделают с вами. Это ты сегодня уверен, что у тебя мощная крыша. А завтра, повторюсь, сотрудники спецслужб, ребята хитрые, они дружат с кем-то до тех пор, пока им это выгодно. Как только они помнят, что поймут, что ветер меняется, они перестанут с вами дружить. Как вы думаете, я повторюсь еще раз, что они сделают, я тебе расскажу.
пойми одно, что не только с... Они везде свой нос суют. Именно они работают со всеми, не только с правыми, но и с левыми. И с центровскими, и с какими-то по диагонали и так далее. То есть и с нашим братом они точно так же работают. Ну вот, просто вас они крышуют, за нами просто наблюдают. Пока завтра ситуация изменится, как думаешь, что они сделают? Да они, блин, мне, ваши все, первому мне, там, тому же Диме Камикадзе, тому же Юрке Гимильфарбу, все ваши пароли и явки сдадут, не только по IP-адреса, да, а с реальными фактическими именами и фамилиями, с реальными фактическими адресами проживания. С именами тёлок, с которыми вы спите, с их адресами проживания. И знаете, что я тогда буду делать? Я тогда начну ваши все пароли и явки публиковать у себя в эфире. И тогда вы поймете всю вот всю прелесть того, что вы натворили за вот эти вот годы, когда вы просто возбуждали вот в людях вот эту вот животную ненависть к себе подобным. И вы это на себе ощутите. Вы, сука, будете ложиться спать. В смысле, чтобы завтрашний день никогда не наступил, вам будет просто страшно выходить из дома. Меня часто спрашивают, если вдруг все поменяется, что ты будешь делать, будет у меня работа, не переживайте. И сперва я буду просто постоянно у себя в эфире публиковать данные вот этих вот уродов. Вот конкретно тебя, который ты мне написал, и многие другие. Ребят, я отвечаю, я это сделаю. Вот, поэтому как-то так. Давайте крайний звонок и... Да, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте, это прямой эфир. Да, здравствуйте. Да, это именно Александр Романенков, да? Да, именно. Ну, с утра был я, сейчас не знаю, может, чего поменялось, я в паспорт не заглядывал после этого. Что-то хотели, как вас зовут, откуда вы, что хотели сказать, спросить? Ну, сейчас идет прямой эфир на канале «Реальная журналистика». Да. Смотрите, у меня такой вопрос, Александр. Скажите, да, пожалуйста, как вы относитесь к тому, чтобы в России были негосударственные пенсионные фонды, чтобы государство именно защищало это все дело? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, когда будет у вас авторская встреча в Екатеринбурге? Потому что ваш контент достаточно качественный и хочется вам руку пожать. Спасибо. Вам спасибо. По поводу авторской встречи... Слушайте, честно, пока даже не думал. Вот. Вот. На митинге, может быть, где-нибудь буду, в том же Екатеринбурге, когда. Ну, будет действительно какая-то достойная акция протеста, обязательно появлюсь, да. Вот. Или в Москве где-то. Ну, вот на ближайшем каком-то достойном митинге, вот я почему перестал, я уже говорил на них ходить, что мне. Они перестали быть интересными для меня, вот такие вот вещи. Вот, по поводу встреч не думал. По поводу некоммерческих пенсионных фондов. Блин, у нас вот при сегодняшнем раскладе просто я боюсь, что вот в такие игры может быть еще и рановато играть, потому что опять это превратится в очередную какую-нибудь финансовую пирамиду, в очередной какой-нибудь МММ, и опять будем по всему миру бегать этих жуликов ловить. К сожалению, у нас вот так вот бизнес устроен. А мне вообще больше нравится, да, наверное, идея никаких там пенсионных фондов, а, наверное, идея каких-то там, может быть, банков, с каким-то там высокой степенью доверия и туда, чтобы деньги отчислялись на какой-то накопительный счет, да, вот, наверное, так было бы правильно, потому что пенсионный фонд – это уже изначально какой-то обман он подразумевает, да, это изначально какая-то пирамида, поэтому… Но, опять же, идея с банком, но это для тех, кто вот только сегодня начинает свой жизненный путь взрослого человека, для него это хорошо. А для того, кто всю жизнь уже проработал, и может от этого пенсионного фонда деваться некуда, потому что он всю жизнь платил эти деньги, естественно, никто им сейчас, ни один банк не будет их компенсировать. То есть мы оказались в такой двоякой ситуации, знаете, такое смешанное чувство. Знаете, что такое смешанное чувство? Это когда твоя теща в твоей машине едет в пропасть, да, вроде как бы и слава богу пусть едет, да, с другой стороны машина-то моя, жалко. Вот, и тут, ну, такая вот безвыходная ситуация, и хрен знает, что с этим делать. Я вот, если честно, но вот опять же с нашего молчаливого согласия ведь все вот это произошло, и теперь мы оказались вот у разбитого корыта какого-то. Ну, вот,
пока единственный путь, который я вижу, да, если вот говорить о конституционном, ну, начинать уже, наверное, чем-то интересоваться и как-то через институт выборов пытаться что-то поменять в своей стране, повторюсь, вот так же выдвигая, да, каких-то своих кандидатов. Может быть, кто-то сам изъявит желание куда-то пойти, но, к сожалению, опять же, у нас общества гражданского как такового нет. Потому что я вот тут обращался недавно в Республиканскую партию США по поводу моих терок с Ютьюбом, да, и вот, ну, с жалобами. Вот, заходя на главную страницу там той же Республиканской партии, хрен ты им напишешь туда письмо, вот если действовать просто через их официальный сайт, даже через их официальную страницу в Фейсбуке, там сначала ты им должен, да, какую-то денежку задонатить, там $5-10, это прямо на главной странице написано, что будем признательны, пожалуйста, мы вот, потому что нам нужна поддержка, мы политическая партия, политика стоит денег, и американцы это понимают, вот, и да, они, как бы, действительно поддерживают финансово свои какие-то партии, своих каких-то кандидатов. У нас, к сожалению, когда кто-то из кандидатов, да, начинает на свою деятельность деньги собирать, народ начинает всяко разное его по этому поводу унижать. И мы помним эту историю с Навальным, да, которого подняли на смех, что там та же Памфилова, глава ЦИК, представляете, такую глупость сказала: а вы там донаты собираете, здравствуй, елка, Новый год. А Единая Россия не собирает донатов, там партия Единая Россия, а партия КПРФ не собирает донатов, там и членских взносов, а партия КПСС не собирала донаты, а профсоюзы, любая профсоюзная организация, в которой госпожа Памфилова отработала там полжизни, да, будучи там членом профсоюза, она не собирает донатов, просто они по-другому называются, они называются членские взносы, вот и все. Не может партия, общественная структура существовать, ну вот просто так вот на честном слове, на молитве. Нужны деньги, но у нас гражданское общество не хочет поддерживать вот этих политиков. А любая избирательная кампания стоит серьезных денег, и что с этим делать? Вот. Надо понимать, как только общество созреет, тогда, может быть, что-то и поменяется. А мы пока даже просто проголосовать не хотим. Да, я уж не говорю там, что, ребята, давайте там выдвинем там меня, допустим, в Государственную Думу. Ребята, я на какие шиши? Мне многие говорят: что ты не пойдешь? На какие шиши я пойду? Вы знаете, сколько это стоит? Вы думаете, у меня что, вот там где-то под окном зарыт клад какой-то, что ли? И у меня там папа оставил мне там сотку где-то там в Иране, и там копни, оттуда нефть польется? Нет. Поэтому, ну, как-то так, надо это понимать. Все, крайний вопрос читаю. И, ребят, спасибо вам большое. Сейчас кто-то вот мне прислал. Борзов, президент реальной журналистики, спасибо за эфир. Вам большое всем спасибо. Спасибо, что были, спасибо, что выслушали. Опять приготовил целую гору вопросов. Половину так и не успел озвучить. У меня еще с прошлой недели куча комментариев висит, с позапрошлой недели и так далее. Да, и большая убедительная просьба на будущее. Ребят, можно попросить, вот те, кто звонят, пытаются дозвониться в эфир, можно каким-то образом по теме, потому что я понимаю, есть желание высказаться, но все равно вы же понимаете, что когда вы включаете что-то, да, тема заявлена, и вы заходите на тот или иной видеоролик, потому что вы хотите услышать вот, вот именно по этой тематике что-то. А тут раз и говорят совсем о другом. Мы просто так зрителей всех растеряем. Все, спасибо, что были со мной. Это была реальная журналистика, где скоро Новый год, елки-палки. Вот, вот он уже скоро, через там 3 недели. Все, пока. Пока.